Зои Джонс, Кристофер Бояджи. Пара, которая образовалась 3 года назад. Вообще, Зои Джонс закончила свою карьеру одиночницей в 2001 году. Это было вот так давно, а потом... Это было вот так. Да, а потом в 14-м она родила 3 детей. Потом в 14-м решила, что мне надоели эти пеленки-подгузники. Дети выросли, все хорошо, учатся, я возвращаюсь в спорт. Вернулась в парное спортивное катание. Смотрим. Ну, можно просто аплодировать, потому что то, что показывают эти спортсмены, это, конечно, уникальный случай, вообще уникальное событие в мире фигурного катания. Хотя, конечно, ну, мы понимаем, да, уровень невысокий. Уровень невысокий, да, но просто знаю, сколько лет Зои.